В столице Великобритании на Всемирном образовательном форуме Казахстан поделился своим опытом и знаниями в этой сфере. О чем именно шла речь и почему участие в форуме важно для нашей страны, в материале Галымжана Караманула. Географический охват The Education World Forum 2020 достаточно широк. В нем принимают участие делегаты 95 стран мира, то есть 2/3 части населения Земли. Тема обсуждения проста и логична. Одно поколение, что делать для реформирования системы образования. Как известно, в прошлом году в Казахстане приняли госпрограмму. Ее реализация завершится через 5 лет, а сегодня появилась возможность поделиться опытом. У нас есть хороший опыт, это называется интеллектуальная школа. Да, это РФМШ и другие школы, которые уже зарекомендовали себя, которые признаны в мире, которые известны. И в данном случае, с чем мы можем похвастаться, это вопрос, связанный с переходом на 20-летнее образование. Что касается высшего образования, то в Казахстане, да, действительно много вузов, но при этом есть вузы, которые действительно дают качественное образование, соответствующее международным стандартам. Об обмене идеями со сцены говорит и министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон. Сотрудничество не должно ограничиваться только этой сферой. Мы ищем экспертов и делимся своими идеями. Всегда готовы работать в коллаборации на международном уровне. В прошлом марте мы выпустили стратегию международного образования, которая амбициозно направлена на наращивание партнерства. Работая в сотрудничестве, мы достигнем многого. В рамках форума также обсуждали вопросы государственной поддержки вузов. В Казахстане продолжается работа над созданием в лучших университетах страны центров академического превосходства. Они будут способствовать тому, чтобы отечественные вузы продвинулись в мировых рейтингах и стали более узнаваемыми. Галымжан Караманұлы, Великобритания, Лондон, специально для Хабар 24.